приемной кампании готовится Вологодский педуниверситет. Заявления от абитуриентов начнут принимать 20 июня. На официальном сайте уже появились контрольные цифры приема, сколько будут набирать студентов по каждому профилю и направлению. И, как заверяют в ВУЗе, несмотря на объединение с техническим университетом, никаких кардинальных перемен не предвидится. С подробностями Мария Поздеева. Дописываю диплом, буквально дорабатываю какие-то вещи. Вот хорошая очень книжка по дифференциальным уравнениям пригодится. Учебники по математике и физике за 5 лет обучения в педуниверситете стали настольными книгами. Особенно сейчас, когда Ксения готовится к госэкзаменам и вносит последние коррективы в диплом. А в перерывах вспоминает, как пришла учиться в ГПУ, как проходила практику в 26-й школе. Собственно, после нее и поняла, куда идти работать после вуза. Вот на практике, наверное, уже понимаешь, там учишься ты там, где нужно или нет. На практике у нас, в общем-то, все, мне кажется, почти все поняли, что им нравится эта профессия. Нравятся дети, интересно работать с детьми, нравится свой предмет. Любовь к профессии и той науке, которую изучаешь, студентам прививают в ГПУ. Здесь из ребят делают не только хороших специалистов, но и помогают трудоустроиться. Для городских школ, лицеев и гимназий этот вуз – основная кузница кадров. Ежегодно более 100 педагогов приходят в систему образования города. И уже на первых этапах работы показывают высокие результаты. Сегодня мы отмечаем высокий уровень теоретической и практической подготовки. И готовить педагогов-предметников в Вологде продолжит. Несмотря на объединение двух вузов, города Вологодский госуниверситет. В целом смена статуса практически не повлияет на работу педагогических факультетов. Тот набор, который был раньше по 13 профилям подготовки бакалавриата и магистратуры, полностью сохранится. Все специальности, абсолютно, на которые мы вели набор в предыдущие годы, они все сохраняются, и на все специальности мы ведем набор. Количество мест уменьшилось, но совсем чуть-чуть на каждый профиль подготовки бакалавриата, то есть мы не на специальности принимаем теперь, а на профиле подготовки педобразования, где-то уменьшение на 2 места, где-то на 5. Всего педагогическому университету Министерство образования в этом году выделило 486 бюджетных мест. Правда, в их число не входят, например, такие направления, как журналистика и юриспруденция. Но в любом случае набирать группы по этим направлениям обучения в ВУЗе будут. Для нас непривычное, потому что до этого года все были бюджетные места. Но мы решаем этот вопрос. Мы обращались в правительство и заручились поддержкой со стороны правительства на предмет внесения денег в оплату обучения студентов. То есть речь идет о возможных целевых местах, если те или иные специалисты потребуются региону. Что касается оплаты за обучение, то она составляет от 50 тысяч рублей в год, в зависимости от направления подготовки. Но в любом случае эти цифры самые низкие по региону. Кстати, в структуру Единого Вологодского вуза педагогический университет в качестве института вольется в начале июня. Поэтому документы с 20 июня абитуриенты будут давать уже в новое учебное заведение. Мария Поздеева, Антон Лукьянов, Вологда-Портал.